друзья, с вами я, Любомир Борода. Сегодняшний свой выпуск, свой обзор я хочу посвятить вот таким вот шортам. Шорты от компании Swaston, которая называется 5.45. Кто-то сейчас из вас, наверное, скажет, то, что Любомир снимает очень много обзоров и какой-то там рекламы, но сразу хочу сказать вам про то, что именно обзор по этим шортам я хотел запилить еще в прошлом году. Почему? Купил я их в 2015 году, 7 мая. Вот специально посмотрел чеки, получается, в принципе, ровно 2 года назад. Сразу стал носить. Носил долго, ну, можно сказать, что не снимая, полностью 2 сезона. То есть, лето 2015 года, лето 2016 года. С ними ничего не случилось. Если мы посмотрим даже вот так по швам, есть легкое затирание, что присуще любому джинсовому материалу, немножечко потрепались нитки. Здесь мы видим потертый карман, потому что он для телефона, поэтому юзается часто. Собственно, он стерт, но опять же, потертость, она даже придает какого-то шарму. Небольшие затертости на карманах, которыми, опять же, мы часто пользуемся, цепляем ножи. Карманы все на месте, вот тоже есть маленькие потертости. Дальше смотрим заднюю сторону. Шорты после 2 лет практически ежедневного сезонного летнего ношения и осеннего тоже, так как все-таки мы живем на юге Украины, с ними ничего не случилось, они стали даже круче и клевее. И пошиты они добротно, на славу. Вот, и еще фишка в том, что модель интересна тем, то, что она, ну, так сказать, своеобразно выполнено в некотором таком ретро-американском, наверное, стиле. Там Америка 50-х, 60-х годов. Смотрится классно, нестандартно и делает отличный противовес всем вот этим вот милитари всяким шортам, которые нынче модны, или там шортикам в обтяжечку, которые тоже нынче очень почему-то любят носить. Я купил себе специально еще одни такие штаны. И не открывал их специально до обзора, для того, чтобы сравнить, какие они новые и какие они после использования. Вот, пожалуйста. Шорты с нуля. Шорты после 2 лет носки. Эти шорты я буду также носить с удовольствием. Смотрите, какой винтаж. Это просто, просто бомба. Все вот эти вот шовчики, вся вот эта вот, ну, просто нет слов. Мне они дичайше нравятся. Вот. И последнее уточнение. Эти шорты были выпущены в 2014 году. Тираж был один раз, поэтому это одна и та же модель. Только эта модель совершенно новая, со склада, а эта модель после длительного, так сказать, активного использования. Как по мне, что эта модель новая в ее цветовой гамме, внешнем виде, что эта модель в ее уже сегодняшней цветовой гамме и внешнем виде, обе они круты по-своему. И поэтому, как бы, ну, я рекомендую, наверное, пока эти шорты еще у Swaston есть, их приобрести. Приобрести тем людям, которым нравится такой стиль, которым нравится джинсовый винтажный шмот. Потому что, ну, блин, они крутые и когда новые, и когда уже достаточно поюзанные. Вот, я лично буду носить и эти обязательно. Вот, спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода.